хорошо, что есть победа перед большим перерывом. Игроки, которые в сборной, уедут с хорошим настроением. Игроки, которые остаются, тоже будет хорошее настроение. Ну, а матч был, на мой взгляд, хороший, интересный, потому что две команды такие играющие были, и нам было достаточно сложно сегодня выиграть матч. Но все-таки моментов у нас было побольше, и в атакующих действиях наши играли сегодня достаточно хорошо. Играли достаточно хорошо, и замены не требовались этот раз. Концовку забрали «Урал», они оказывали последние 7 минут достаточно большое давление, хотя моментов не было особенно. Ну, сейчас мы 3 дня отдыха даем, игроки в сборную разъезжаются практически. Наверное, 11 игроков, я так думаю. Дальше на недельный сбор поедем, который проведем из тех игроков, кто остался и молодые. Наверное, не оптимальные, потому что вы видите, во многих матчах мы меняли эту схему. И в зависимости от результата мы ее можем поменять. Это очень хорошо, если команда играет не одной схемой, а имеет в своем арсенале одну, две, может быть, три. Ведь ситуации разные, может тебе представить команда соперника. Отсюда мы должны реагировать по-своему.